Всем привет! Сегодня в гостях у нас Никита Никитин. Следующий наш комик из Казани. Никитин! Никита! Одноглазый и глухонемой. Ко мне приехал таксист. Я хотел отменить заказ, но уже мелом обводят нас. Мы начнем сегодня рубрик «Плохие песни» под гитару. Из переделки известных песен. Надеюсь, что будет прикольно. Котлета плывет. Капуста поет, это для вас, если употребили спайс. Надеюсь, не личная история. Нет, не личная история. Что у тебя? Да, чем буду крыть песня на мотив песни «Ау». Ау, все равно тебя я найду. Заблудился в темном лесу я, ау, все равно тебя я найду, ау, ау, точка G. Да, вечный вопрос. Как один мужик сказал, где говорит, находится точка G, да хуй знает. Ну ладно. Выйду ночью в поле с конем, в Казахстане хрен выйдешь днем. «Мужская неминуемая» называется. И он нагнется, и он заплачет, когда проктолог ему всунет пальчик. И он нагнется, и он заплачет, когда проктолог ему всунет пальчик. Концовка должна быть «и еще раз, и еще раз». На пизда. То чувство, когда в песне повторяется припев, и с каждым разом больнее и больнее в этой песне будет. Это как был прикол? Можно, говорит, записаться к урологу? Говорит, на пол шестого? Нет, просто покраснел. Я спросил у Бузовой, как ты научилась петь. Бузова пропела мне, я понял, что никак. Знаешь, отвечу тебе песней, она будет короткая, как шахматная партия Валуев-Каспаров. Между нами тает лед, но хоть к морге мне кто-то дает. Даже так? Песня о непредвиденных обстоятельствах. Мир непрост, совсем непрост, когда на совещании крутит живот. Но слава богу, если нет сил терпеть, можно под шумок в штаны напердеть. Все, чем можно было дышать, перестало существовать. Все, кто рядом близко сидел, встретили мирную смерть. Повседневная ситуация, скажем так, которая бывает на совещаниях. Но итог, который неизвестен, кто виновник этой ситуации. Следующая песня будет про птицеложство. Опа, даже так. Даже так. Зачем топтать мою любовь? Я трахал кур и днем, и ночью. Я растираю член свой в кровь и разрываю кур я в клочья. Это, знаешь, заходишь в магнит, а там курица такая потрепанная. Песня о тяжелом выборе. Песня о тяжелом выборе. Внематочно, в два ума. А я и не знал, что камин-аут сделать очень сложно. Когда ты мастер спорта по боксу, я в рожу дал и в жопу дал. Градус повышается. Песня, когда буквально попробовал все в жизни. Продолжение твоей темы. А я ведь лишь разок, всего лишь на чуток, а все кричат мне пидорок. Я вижу вот эту песню, знаешь, филармония, заключительный номер, выходит чувак с цветочком здесь, там, в обтягивающих лосинах. Пидорок! Группа «Продленного дня» в детском саде вот эту песню написала. Опять от меня сбежала очередная истеричка, когда узнала, что я человек-венеричка. А ты не сдерживай слез, реви, ведь туберкулез не ОРВИ. Тебе
интересно. Самый заразительный смех у туберкулезника, да? Помнишь? Да-да-да. Песня, так скажем так, внутренней кухни одного из государственного департамента. Снова курю одна, снова курю, мама, снова. Потому что вещдоки в отделе занимают места очень много. Песня о будущем России. Представь себе отдаленное будущее лет так эдак через 100. 1923 год. Да, то есть фильм «Назад в будущее», летающие автомобили. А над городом летят «Жигули», закрывая небесный свет. А над городом выхлопов дым, Путину 2000 лет. Да, 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 скорее всего, так и будет. Песня о знакомом сюжете. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь умрете вместе вы с кораблем. Капитан, капитан, не суетитесь, ведь Роза и Джек на плоту. А песня про эксперименты. Про эксперименты. Так. Она достала Камасутру, что-то спутала там. Потом в больнице объясняли мы всем. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не поломался ли член. Пошлость. Звенящая пошлость. Пришли девчонки, стоят в сторонке, парео в руках все ребят. Потому что до лета девчонки жирочек не успели убрать. Ту-ту-ту-ту. Жирочек не успели убрать. На злободневную тему. Забирать хотел скорее, не спросив у всех врачей. Военком искал везде, 18 мне уже. Забирать хотел скорее, не спросив у всех врачей. Военком искал везде, 18 мне уже. Мне кажется, что-то я делаю не так. Алло, военкомат, я в жопу долблюсь. Я не красавчик, чтоб все с ума сходили. Я не богат, чтоб висли на плечах. Но водочку с текилой бабы все любили, а я любил снять вовремя штаны. Песня про то, как пришел с букетом и ушел с букетом, в общем. Ну, так отдаленно, в общем. Ладно, попробую исполнить. Урологу клиентка пишет. Когда я писаю, то жжет. Ну, как-то так, ребят, вот сегодня с Никитой Никитиным мы записали такой вот экспериментальный выпуск. Никита, тебе огромное спасибо, было тебе очень спасибо. Круто, спасибо, мне очень понравилось. Мне тоже, было клево. Вот. Ребят, не забывайте подписываться на канал, обязательно напишите комментарии, обязательно поставьте лайк, и самая лучшая поддержка — это будет ваша подписка на мой канал. До новых встреч, пока. Вот здесь подписка, здесь лайки, это Сашка. Спасибо. Еще раз. Давай. Урологу клиентка пишет. Голосовое. Когда я писаю, да, то жжет. И камень вышел. Была другая версия. Я спросил у Бузовой, как ты научилась петь. Бузова запела мне. Щенина, нормально поет. Ты что, обалдел? Я просто не ругаюсь матом. Так что ты, блядь, сразу-то не сказал? Дорогие друзья, спасибо за внимание.